тебя грена есть? Да. Достань грену, изобрази, типа хочешь кинуть грену. Все, 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 все. Кирилл, давай эти челленджи перенесем, когда я в соло буду играть. Завтра там или когда. Сегодня пока мы бегаем... Так, у СТОхи тип. Пробегает направо контейнером. Okay. Он около контейнера уже? Да, он пошел на малую, через огня опасно. Нет, идет вдоль нас. За машинкой. Убил. Так, этот спаун около медички, значит, был. Еще, еще. Можно будет сделать. Еще там же. Где? Столько? Двое. Двое, двое. В углу там сидят. Я понял. Кто вам стреляет? Бежит, контер не пробегает. Около контейнера один. Один. Тихо. Одного убиваю. Один минус. Один за горкой сидит. Один. Дал ему ГП. Должен был вроде убить. Леха. Вот тебя душит, да? Угу. Что я не вижу еще бота, где он тебя душит. А, вижу. Я не понимаю вообще, что происходит. Убил, убил, убил бота. Хаи отдаю за тот холмик. Оп. Где буханочка? Я пойду чуть левее. Мама жив. Живой? Чё? У меня бот. Бил. Живой за холмом? Не знаю. Сейчас посмотрим. Я ему там в лицо ГП-ху отправил. Сейчас посмотрим. Он с ДВЛ-кой должен быть, снайпер, так что штурмую, не бойся. Да не, наверное. А, вот лежит. Все, готов. Найс. Один лежит. А второй где? У второго ты где-то убивал. Не, подожди, ты же убил на машине. Дальше он там, за КАМАЗами. Сейчас по кому была М-ка, бот? А, дырка, дырка, дырка. Да. Я вас стрелял. Заходит, заходит с дырки. Да, на гаражах один, и один уже к нам зашел с пролома. Я вас стрелял, если что. Угу. Я не понимаю, где он. Он, по-моему, в нитичку забежал. Нет, нет, нет. Это что за эмка? По кому он стреляет? Это тип? Тип, скорее всего, значит. Ботов с эмками не должно быть. Стоит тип прямо у танка, вижу. Я чел, не двигайся. Минус. Один вот у нашей стороне уже был. Знаешь, там длинная такая мусорка стоит. Да, да, да. Вот он где-то там за ней был. О, еще один у танка есть. Ходит там у танка. Убил. Убил его, да? Да, да. Это он с эмки, что ли? Да, он с эмки, значит, был. Еще один, предположительно, вот у нас должен быть у той мусорки. Я по боту. Да. Дальше с первого своего полута у секретки, который был. Ох, вот этому прямо, смотрите, чат. Прям за спину попала ГПХ жестко. Ты прыгал? Я забирал. Да, это я. Ага. Можно, да?
еще разгрузку забрать? Ну, тут бронеразгрузка, есть вот такая еще, если надо. Тут он меня пикнул. Откроешь, подлутаю типов. Да, иду, иду. Так, вот этого ты убивал? Да, нет, того нет, того эти убили сэмки. Там писька 228. Кто там? Никнейм, писька 228. Серьезный мужчина, блин. Шифт этот. Опачки. Это где? Я тоже не понял, где. В щаге, что ли? Или малая? Что? Я на треугольниках. А, на втором, на большом кто-то ходит. А, бот ходит. Что? Это два бота. Два бота? Они стреляли. Да, и один у одного... Кастрюля. Кого стреляет? На ГС-ку стреляет. Ты задевал колючку? Убил одного. СТО шел. Понял, вот они по кому стреляли, значит. Что там, бэмбик у тебя нормальный? Нет. Не, нормально вроде. Сразу почерышку зарядил. Кучненько пошли в этом рейде. Даже бегать никуда не пришлось. Как ни странно. 16 ботов, блин. Несколько лет назад они показывали статистику, диаграммы. Там российских игроков... Дверь открыта, блядь, тут были. Заходили прямо перед нами. Блядь, по мне! Или где? Не понимаю, нет, угол. За зданием, да. Я прикрываю. Живи. Все норм. Я взял угол. Сейчас крыша будет пикать. Бля, мне пизда. Вышел на крышу. Убежь его? Ой, мне все пизда. Я весь потек. Ой, все, ГГ. У меня грудь минус, все минус. Крыша минус, живи. Хорош. Грена нам кинули, не докинули. Че грену кинул? Зеленый шприц есть? Да, уже колол. Вот я вообще весь черный. Запрыгнул внутрь. Он. Или выпрыгнул, блядь. Шалава! Он запрыгнул внутрь, да, в туалет. Ты очень сильно хрипишь, а бейсбол прими. Выпрыгнул, вроде, я запрыгнул. Еще одного убил. Эй, Керцер, забань нахуй этого долбоеба, ожидайте. Ну и шо тут сидите, жулики? Ну я без груди, я не да, знаю, да, мне да, да, одна тычка и я... Всё, да? А костер убил. Хорош. Еще кто-то? Это далеко, Сашка. Я без денег, к слову. Иди сюда. Ты что, не будешь положил? Не-не-не, я уже деньги положил, иди сюда. А. 30 секунд еще. 36 секунд. 3 секунды. Короче, ты весь сервер убивал, пока я навыки медицины прокачивал. Ну заставил тебя, успел, блин. Пробую хае в дверь организовать. Нет, а я в окно даю.
АГС. Он живой? Ой, ой, не подходи. Понял, понял. А, нет, залетел. Зашла, зашла. А чё у меня анимация была? Попалка там какая-то. Бегает. Ушел в пристрой. Что за граната? Сейчас будет моя граната. Ёб твою! Одного убил. Хорош. Убил одного? Еще бегут. Я понял. К тебе много бежит. Блять, по мне? Мне капец. Да умри ты, гад. Убил? Вроде да. Нет. Он раненый сильно, на углу. Я понял. Кусты ты? Нет. У платника кусты. Я понял, вижу. Вижу его, да. Этот чувак себе шприц уколол. Шайдрович, ты где? Быстрей. Первый этаж. Нет, он на машине. Да, господи, блядь, они не умирают с этого говна. Все, я дошел. Ой. Что вижу? Я на палатку отошел. Магазин докинул. Блять, я столько их им наспал, их похер вообще. Белый чё? Так, ты у платника убивал в итоге? Я не знаю, я там по двоим пострелял, они, по-моему, убежали все. Я ушел на палатке, магазин так иду. Так, ходит, да. Ходит по кустам. От двушки к трешке по кустам. СВДшка все еще внутри, в двухе. Двушка, второй этаж, слева комната, самая левая. Это что за МК? Ты где у меня вообще? Да я на палатке. Все еще, да? Блять, это был бот. Так, один уходит. Поехали. Один пристрой второго. За колонной. На первый этаж. Тебе кто-то сбежал? Я выбежал. Это я? Это я. Я знаю. Надо в пристрое, типа, убить. Вон вот тут за колонной стоит. Я понял. Здесь, возможно, сидит еще где-то крыса. А я дал куда? Осторожно, я думал. Окно! Напугал? Кил? Нет. Не-не-не-не-не. Я понял. Так, у него там табулка какое-то говно, его надо просто зарашить и все. Я дам хае, пойду. Готовлюсь. Пошел. Дал ему. Минус. А где он был? А, вижу. В комнате. Да. Гранату с него взял. Бежит. Бегай, да. От центра. Убил. Хорош. Живешь? Да, все норм. Так, у тебя какой ган? Вставай напротив двери, чтобы вот так видеть коридор. Я дверь открою. Okay. Если что, сразу спрей, если там что-то увидишь внутри. Готов? Да, давай. Шумлю, заманиваю, открываю. Давай. Запрыгиваю на первый. Кровь идет на первый этаж. Здесь магазин с СВД. Угу. Он походу где-то... Здесь есть какие-то комнаты, в которые можно зайти? Конечно, в любую. Так, дарка мертвая. Готовлю гранату. Флешка, блять, на улице.
Это не твоя? Нет, ладно, не трогаю эту гранату. Я с фонариком. Я думал, где-то сидит, сука. Какой-то из комнаты. Вот он, вот он, вот он. С ебалом, блядь. Все? Да-да. СВД, да? Да. Серега. У нас флешка хорош, была Серега. Где-то около магазина трёхи. Или что ты хочешь? Чё? А че-то путь не забрал. Всю путь очень забрал из рука. Да, на покоцанная слишком. Короче, тут был чел. Он его разлутал, походу. И убежал. Стрелялись, стрелялись, блин. Ох. О, носить нечего толком. Согласен. Я вообще не знаю, что я в кого-то бегал, стрелял, вообще не понимаю, как это сумбурно файт начался, проходил, закончился, не знаю. Да, трое убито. Нормально, тут трех. То есть, если бы, допустим, это в арене было, он бы умер. Даже если бы у него твоя броня была. Ну, может быть, не умер, но... Ну, что к нам это? Бежит, бежит, чел. Бел. Еще один есть со стороны СТО. На холмике. Возможно, отступил. Блять, не убил его опять. Он чуть правее пошел от крана. Убил, 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 убил. Перекресток война. Тут какие-то. Да, тут какие-то бомжики, почти сразу там закроем перекресток. Тут АВТ, еще что-то там у них. Медичка, да, в СРФ. Пошли закроем. Блять, меня убили. Выстрел тип. О, звуки просто шикарные, а. Выстрел сидит. Еще народ. Так, это он был, интересно. Да, я убил первого. Бляха, я вообще ему в затылок изначально тапнул. Же вектор. Ты прям пробегал напротив СТОхи, да? Я прям на длине умер. Я слышал, что там было какое-то движение, я остановился послушать и умер. Господи, эти тарковчане это... Бля, кажется, видел его только что в СТО. Ладно, выхожу, короче, уж время не терять. Опа, блядь. Там война в СТОхе началась сразу. А, он там же до сих пор сидит в СТО. Голова.
Быстро его заметил. Знаешь, как звали вот этого последнего, который прятался? Мистер Агрессор. Да, да, вот он у меня и был. Агрессор. Да. Ему еще надо было в ник добавить плюс W вот это. Угу. Я как-то помню, давно мы играли с Аней Мэттом. Увидели на этой же перебежке типов. Я одного убил, а второй начал, короче, так мансить из стороны в сторону и свой лут скидывать в воду, чтобы мы его не смогли залутать, понял? Я его убил, и у него тоже был никнейм Агрессор. Я прям даже в ролике этот момент ставил, блядь. Агрессивно скидывал лут свой, блядь, чтобы его никто не залутал. Если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.